Добрый вечер, дорогие друзья. Суперлуна в апреле 2020 года. В это время Луна достигла самой близкой точки к Земле, и такое ощущение, что она светит ярче. Интересно смотреть на Луну, как будто мячик, с полосками, с пятнышками. Красиво. Любуемся. Удивительное рядом. Время 10:30. Я возвращаюсь с работы, и Луна сопровождает нас в дороге. Светит нам ярким, ярким пятнышком. Вот такая красавица Луна. Птица пролетела. Снимаю очень красивую таинственную Луну. Ветер за кабиною носится с пылью. Слева поворот, осторожней, шофер. Как-нибудь дотянет последние мили твой надежный друг и товарищ мотор. Не страшны тебе ни дождь, ни слякоть, резкий поворот и касса гор. Чтобы не пришлось любимой плакать, крепче за баранку держись, шофер. Красавица Луна, а по краям как будто бы испарение. Краешки Луны как будто шевелятся. Красиво очень. Красная Луна. И белая Луна. Что-то вспомнилось. А мы едем домой и любуемся красавицей огромной Луной. Ну разве не красавица? И как она быстро движется? Завораживающе красиво. Наша Земля является по размерам 5-й большой планетой нашей Солнечной системы и находится на 3-м месте от Солнца. Диаметр Земли составляет 12 700 километров, а возраст
примерно 4,6 миллиардов лет. Луна – это единственный природный спутник Земли. Она движется по эллипсной траектории вокруг Земли. Луна рефлектирует солнечный свет, а то, что мы видим, это миллионная часть солнечного света. Находясь в самой близкой точке к Земле, в своей траектории, Луна кажется огромной и яркой. Полнолуние, которое мы наблюдаем в безоблачную погоду, повторяется. Положение Луны, лунный календарь, широко используется в сельском хозяйстве. Едем домой, а суперлуна нас сопровождает, смотрит на нас. Автоматическая настройка камеры дает эффект четырехугольной луны. Удивительное рядом. Его просто нужно увидеть. Насколько же оно красиво. Огромная луна сопровождает нас в дороге. Вот она, красавица. Много интересного можно увидеть на небе. Это перед нами Венера. Камера увеличивает 60 раз, но автоматическая настройка резкости нам выдает вот такой непонятный, неопознанный летающий объект. По краям зеленый, внутри сиреневый, как будто глаз внутри. А поскольку камеру держать на таком большом приближении трудно, такое впечатление, что оно еще и движется. Многие называют это неопознанным летающим объектом. А это просто эффект автоматической настройки резкости камеры. Мы видим Венеру. Снова приближаем Луну, часть ее закрыта облаками, и выглядит она уже так. Суперлуна. Очень красивое явление. Дорогие друзья, всем большое спасибо за внимание. Чус, пока!